Всем привет! Сегодня у нас другой фон, а значит, у нас сегодня будут не вкладыши. Да, это опять у нас с вами игровая тема. Пришло несколько посылок тут на переправку. Мы с вами посмотрим, что это такое, что тут интересного. Для меня лично вот этот маленький квадратик-кубик самое интересное. И самое главное, мы как обещал отправитель, мы его сможем проверить, этот кубик, что тут запаковано, в прямом эфире с вами. Оставим его на потом. Я надеюсь, и то, что тут, в этих огромных коробках, мы сможем в дальнейшем проверять в прямом эфире. Я все-таки хочу наладить такую возможность. Я даже не знаю, как это сказать. Наверное, даже у них не то, что не нехватка средств. Средства, конечно, хватает, это можно найти, я не вижу проблем. И места дома вполне достаточно, а вот время найти, чтобы проверять вот эти все игровые штуки, и играть в них, потому что я люблю играть. И даже с какой-то стороны, даже, наверное, неправильно сказать, с какой-то стороны, в какой-то степени очень боюсь засесть за игры, потому что, ну, подвержен вот этой такой игромании, что ли, это сказать. Нравится мне проводить время за видеоиграми. Тут в детстве очень много играл и в компьютер, и в Денди, и в Сегу, и в Тетрис. Так что все это я очень-очень люблю. И было время беззаботное, когда надо было учиться. Ну, я учился легко достаточно. Мне это давалось. Не знаю, в силу своих, возможно, вот это пока уберем. В силу своих индивидуальных каких-то. В силу своих каких-то индивидуальных качеств у меня это получалось легко учиться. Или в силу того, что я никогда не было желания прогулять, я всегда знал, что главное прийти, а учитель за тебя все остальное сделает. Так, давайте смотреть, какие к нам картриджи пришли. Вот обозначение К1105. Это уже говорит нам о том, что это достаточно современная вещь, Super Mario, зато одна из самых популярных игр в мире. Дальше, Golden Axe, Golden Axe 4. А, недавно буквально прям, тоже, кстати, с таким же кодом, недавно буквально нарвался на прохождение, по-моему, Golden Axe 3, в такой в тематической группе. Иногда листаешь ленту, ВКонтакте попадаются и какие-то игры волей-неволей залипаешь там, когда на 5, когда на 10 минут, когда пролистываешь. И сразу вот это возникает чувство поиграть. Golden Axe 4 точно не играл. Но, кстати, арт очень прикольный, мне нравится. Смотрите, какие бедра у женщин. Так, дальше что у нас? Так, вот это уже поинтереснее картридж. Я думаю, вот 95-й год написан, двухигровка. Madden in Taiwan. Разбирать не будем. Может получиться не очень удачно. Видите, уже золотистый слой кое-где подтерся. Тут подотклеилось. Ну ничего, в целом, мне кажется, состояние не самое плохое. Может и не супер коллекционное. Но поиграть, наверное, может. Не знаю, эти игры не знаю. Не играл. Вот это вообще на Джонни Кейджа похож, только более мускулистый. Такой картридж. Давайте дальше посмотрим. 12 в одном. 12 в одном. Тут уже картридж для видеоигр. Произведено в России, Москва. Короче, адрес. NG. Вот такой. Только почему-то все китайский плюс
английский. Доктор Марио, танки или танк. Вот такая наклеена. Абы как наклейка. Ну, понятно, чем современнее, тем хуже. Так, 98-й год. Ниндзя. Ниндзя 2. Супер, супер. Ниндзя 2. Тоже вот код уже вот такой имеется. Кто там знает погодовку, у кого-то, может, таблица есть. Тоже тут мне подали идею, что мне подсказывают, какие года опытные коллекционеры, опытные коллеги в этом плане. Ну, так я так понимаю, платка должна быть отсюда. Так, 66 в одном. Опытные коллеги-коллекционеры подсказывают, какие там года, какие картриджи выпускались. Уже мог бы и сам потихоньку начать пробовать делать эту таблицу. Но поскольку вот сломан, к сожалению. Ну, и, кстати, вот этот слом, я боюсь, связан такой, он свежий, как бы видно, мне кажется, грязи нету. Возможно, вот такая отправка была, что вот это все блоки питания тряслись, как попало, они и проломили. Вот такой картридж, тоже, видимо, 98-й год. В общем, не хватает мне пока знаний, опыта, там, скажем, насмотренности и многих других вещей, чтобы в этой сфере какие-то более масштабные проекты делать, как с вкладышами, такие как каталоги, там статьи писать и многое другое. Но я хочу сказать, что вот эта геймерская, там игровая индустрия, она намного сильнее развита в России и больше специалистов гораздо, чем с вкладышами. Так, вот такая у нас приставка. Не знаю, она скорее больше под восстановление, ну, не, может, детали какие-то, не знаю, рабочая она, нет. Лика КЛ-235. Не знаю, я посмотрел на мешке, так они стоят где-то новые, в отличнейшем состоянии, где-то около 2000. Ну, понятно, вот это не стоит 2000, тут и провода нету, и покусано, пожевано, вон, видно, разбиралось, не раз заклеивалось. Чистить сломанные под картриджи шторки. В общем, так, на детали. Может, джойстики работы. А вот Лика, блин, забыл, как эта фирма-то называется. Не, ну, вылетела из головы, китайская. Ладно. Вспомню в следующий раз, скажу, когда попадется что-то подобное. Давайте следующую коробочку посмотрим. В сторонку уберу. Что у нас будет тут? Тоже большой чемодан. Но тут хотя бы упаковано. Так что не трясет. Ну тут бы как раз бы. Ого, как без пальца можно остаться. Как раз было бы интересно, я думаю, если бы я бы стримил и проверял. Так, Dendy Junior 2. Dendy Junior 2, что схоже с этой приставкой, по-моему, как раз именно Dendy Junior 2 была тоже со встроенными джойстиками, что крайне неудобно, вообще неудобно. Так. А я думал, тут совсем другое. Я рассчитывал на более интересные вещи, но ладно.
Про это я вообще забыл. Но тем не менее. Денди Джуниор, да, вот вторая, встроенные джойстики. Состояние, как мы видим, самой приставки гораздо лучше. Блок питания. Страсти вообще. А? Переделан он уже много... Это, наверное, от этот. Скорее всего, от какой-нибудь настольной лампы разъемчик сняли. Ну, раньше везде такие, конечно, разъемы были. Но в первую очередь почему-то у меня связан с настольной лампой. Джойстики, хотя очень даже чистенькие, в приличном состоянии. Ну и Денди в приличном состоянии. Так, чуть стереть. Да, я значит, еще одну посылочку жду с всякими шурешками. Я почему-то думал, это она. Было бы интересней. Ну ладно, теперь что есть, то есть. То есть у нас получается... смотрите, как интересно, да? Получается, у нас... Dendy Junior 2 это клон на Famicom, а Video Game System Leica KL235 это клон, получается, на Dendy Junior 2. Только он изготовлен из более, по-моему, дешевого пластика, на ощупь похуже. Но, кстати, тут тоже интересная история, когда вот этот фирма вот вылетела из головы, хоть убей. Это китайская фирма, когда они начали тоже в Москве производить, наши сказали, типа, стиплер, что, типа, давайте только в наших магазинах ее продавать. И тем самым, как бы, конкурента с рынка чуть убрали. Я вот, например, в своем детстве черных Денди и не помню. Черные помню только серии. Видимо, как бы, если и появилась Денди, то была белая и пораньше. Вот так. Так, и еще я вам обещал открыть то, что мне больше интересно. Да, вот это то, что запаковано тут. Тут надо поаккуратнее, чтобы не попортить. Посмотрим. Посмотрим, что у нас пришло. Да, чуть-чуть я рассчитывал на другой обзор. Ну ладно, ничего страшного. Еще с вами не раз встретимся и поговорим. Ну и зато он будет не такой затяжной. Так, среди недели. Да, это игра электроник. Так, батареечки. Да, состояние, конечно, грязненькое, но помыть, почистить можно. Самое интересное, давайте посмотрим ее работоспособность. Потому что продавец заявлял, что она работает. Так, тут, конечно, надо видеть. Уже видно, скотчем склеивалась. Да, вон она, по-моему, засветилась. Да, вот игра 1. Это у нас морской бой. Вот. Я, кстати, что-то помню из этих игр. Во-первых, на некоторых была кнопка меню вот тут. Потом еще была... надпись ИИ и еще какой-то чувачок нарисован. То есть это разные были. Морской бой, кстати, не играл.
Чувствую, я себе нашел занятие на вечер. Но в любом случае, прежде чем... Давайте все проигрывать. Прежде чем в нее играть, ее надо привести хотя бы в божеский вид, ребята. Такую, конечно, в руках не очень приятно держать. Видимо, где-то в сарае, в гараже нашли. Все это можно почистить, винтики найти, заменить. То есть придать ей божий вид можно. Можно обязательно. Даже не можно, а нужно. Потому что, как я еще раз говорю, вот такие вещи надо собирать, хранить и восстанавливать. И вот это, кстати... Ну, наверное, если в хорошем состоянии вот коллекцию собирать, там разновидности, наверное, и хранить их удобно, и будет, ну, смотреться классно. Классно будет смотреться в плане, вот вы представляете, гостей это провести, дать кому-то поиграть, вспомнить. Это, я думаю, да я не думаю, я в этом уверен. Люди нашего возраста, моего не нашего, ну, нашего, моего возраста старше, получат действительно приятные впечатления. Вот так. Все, давайте на этом заканчивать. Сегодня такой мини-обзорчик получился небольшой, но зато немножко другого. А, что тут у нас? Клон, немного. Картриджи, и опять же, это тоже игра электроника, это тоже, блин, на японская копия японских игр. Вот так. Все. А, нет, не все. Как всегда скажу, не выбрасывайте старые вещи, дарите, жертвуйте, продавайте, меняйте их, ищите им нового хозяина. Вот так. С вами был Пломбир 13. Пока. Увидимся в новом видео.